Да, ребята, отжали у русских братьев вот такой аппарат. Трохи він стоїть денег, наверное, полный боевой. Будем надеяться, что больше он не будет стрелять по мирным людям украинским. И что эти русские, сука, блядь, загарбники отхватят такой пизды, что больше им никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна, блядь. Це ми неподалеку находимся баштанки. Там стоит колонна, есть машина связистов. Еще чего-то непонятно, блядь. Но это, наверное, самое главное. Здобуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі!